Управление Федеральной безопасности Российской Федерации по Саратовской области располагает сведениями о том, что гражданин Российской Федерации в период с сентября 2019 года по апрель 2020 года высказывал намерение посредством использования вредоносной компьютерной программы получить доступ к информационным системам органов государственной власти Российской Федерации. Указанные действия создают условия для совершения преступления. На основании изложенного, в соответствии с пунктом ГЭ-2, части 1 статьи 13 и статьей 13.1 Федерального закона 3 апреля 1995 года номер 40 ФЗ о Федеральной службе безопасности, в целях предупреждения совершения преступления объявляется официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вручается официальное предостережение.